Я хочу выделить пару минут на то, чтобы лично пригласить вас. Наша цель сегодня — научиться служить Иисусу, пройти так называемый практикум. Мы не будем просто сидеть в классе и слушать урок, но я приглашаю вас участвовать в самом действии. Вы готовы? Речь идет о приглашении в миссионерскую поездку. Кто заинтересовался? Ну, всего несколько человек. Поездка начнется в Иерусалиме и закончится в Риме. Кто заинтересовался? Теперь уже больше. Все расходы оплачены. Количество желающих растет. Я расскажу больше об этой поездке. Она включает в себя личное посещение Иисуса. О, вас уже больше? Это мудро. А также нас посетят ангелы. Это тоже важно знать. В пути мы увидим целый ряд чудес, мы станем свидетелями божественных исцелений, увидим удивительные плоды евангелизации. Вы еще заинтересованы? Отлично. Чтобы вы понимали, сколько поездка будет длиться, нам понадобится чуть больше 3 лет. Несколько из вас я потерял. Справедливо будет сказать, что нас ждет немало испытаний. Я не имею в виду просто трудности, нас будут судить в зале суда. Пару раз на нас будет планироваться покушение. Мишенью будете вы. Будут враги, которые постоянно будут лгать, будет множество арестов. Вас будут бросать в темницу. Таков будет путь. Наверное, вы узнали, что я описал путешествие Павла из книги «Деяний». Мы только что закончили читать об этом. С 21 главы до конца описывается его путешествие в Рим. Этот путь Павла из Иерусалима в Рим охватывает 4-ю часть книги «Деяний». Это не миссионерская поездка, а путь из Иерусалима в Рим. И это 4-я часть книги «Деяний». Мы рассмотрим этот путь, чтобы нам лучше понять, что на самом деле означает служить Иисусу. Мы начнем с Иерусалима. Павел прибыл туда. Он служил по всей Римской империи, по Средиземноморью. В основном он проповедовал не иудеям. Весть о нем дошла до Иерусалима, и это раздражало иудейских лидеров. Тот, кто был их восходящей звездой, вдруг проповедует не иудеям. И вот Павел возвращается и изо всех сил проповедует на Храмовой горе. Своим поведением и соблюдением правил он пытается показать, что не противится своему иудейскому наследию. В Деяниях говорится, когда же 7 дней оканчивались, тогда ассирийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки. Он на Храмовой горе в Иерусалиме, я был там, он не отвергает уставы Моисея и соответствует всем требованиям иудейских верующих того времени. Но вдруг кто-то из толпы настраивает всю толпу против него. Нам важно понимать, что все, что мы будем читать далее, до конца книги, началось с того, что затеяла толпа здесь, на Храмовой горе. Толпу взбудоражили, сказав им неправду. Они солгали против Павла, решили ложно обвинить его из зависти и ненависти. Все, что произойдет далее, получило свое начало на основании несправедливых обвинений, причиной которых была зависть и ненависть. Важно это помнить, хотя затем мы увидим, что в этом проявится и Божья цель. Но все началось с того, что иудеи несправедливо обвинили его из зависти. Если в вашей жизни вы также столкнулись с несправедливостью, с завистью и ненавистью, то уверяю вас на основании Писания, что из всего этого безобразия Бог извлечет свою Божью цель. Справедливость берет свое начало у Бога. Не у правительства, потому что оно состоит из людей, а человеческий род крайне испорчен. Если вы ожидаете справедливости от системы управления, вы себя обманываете. Единственное справедливое правительство среди людей — то, что основано на принципах Писания. Но это к другой теме. А в этой теме мы рассмотрим 12 стих. Это уже следующая, 22 глава. Павел арестован. На Храмовой горе собирались десятки тысяч людей. Римляне были достаточно мудры. Прямо у Храмовой горы они построили крепость Антония. Она немного возвышалась над Храмовой горой.
Поэтому, как только на Храмовой горе возникал мятеж или волнение, римские воины могли вмешаться, чтобы предупредить разрушение Иерусалима. И вот они увидели волнение на Храмовой горе, в центре которых был Павел. Они послали воинов, чтобы те привели Павла. Силой забрали Павла из разъяренной толпы, готовой его убить. В это время Павел обращается к римскому сотнику на греческом и говорит: «Могу я обратиться к толпе?» Он спрашивает: «Откуда ты знаешь мой язык?» Павел отвечает: «Я римский гражданин». И вот Павел обращается к толпе на арамейском. Лука намеренно упомянул язык. В этом маленьком отрывке Павел использует два языка, на которых он говорил свободно. Он не просто человек, вышедший из леса. Он образован, и вот он обратился к толпе, которая только что хотела его убить. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске. Он шел в Дамаск, чтобы арестовать последователей Христа, и встретил Иисуса. После встречи он 3 дня был слеп. Его привели в Дамаск, и Анания получил задание от Бога помолиться за него. «Пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: „Брат Савл, прозри“, и я тотчас увидел его. Он же сказал мне так: „Бог отцов наших предызбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глас из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал“». Я считаю, что Павел был специально подготовлен для выполнения Божьей цели. Он был фарисей из фарисеев, обучен закону Моисея в лучшей иудейской школе. Он был восходящей звездой в обществе ортодоксальных иудеев. Он гнал людей, верующих в Иисуса, как Мессию. Он жесток и полон ярости. И вот он идет в Дамаск, и Господь встряхнул его. «Что это ты делаешь? Зачем гонишь меня?» И вот его ослепшего приводят в Дамаск. Там он получает от Бога совершенно новую цель, которой он был подготовлен уникальным образом. Впрочем, так же, как и вы. У вас есть масса навыков и талантов, которые вы используете в обществе. Что-то для вас всего лишь хобби, но ваш жизненный опыт подготовил вас уникальным образом. Бог дал вам сферу влияния, чтобы вы стали послом Евангелия. Ваши дары даны вам не только для того, чтобы вы могли зарабатывать и кормить семью. Каждый аспект вашего обучения, вашей жизненной подготовки и опыта дан вам для уникальной Божьей цели — быть послом Иисуса. Мы часто говорим: «Но у меня нет такого дара, как у Билли Грэма». Аллилуйя! Вместе с этим даром Билли Грэму был дан очень высокий уровень подотчетности. У меня дар Аллена. И мне есть куда использовать этот дар. Важно также отметить, что, получив возможность обратиться к разъяренной толпе, Павел не пытался защитить себя. Он не сказал: «Ваши обвинения ложны. Я непорочный, соблюдаю все постановления». Он не говорит, что выполняет поручение Божие, что было бы предсказуемо. Но он говорит им об Иисусе. Мы видим, что в начале его длительного путешествия в Рим, получив возможность оправдаться, он вместо этого говорит им об Иисусе и о том, что Иисус сделал в его жизни. Его отводят в римскую крепость. В 22 стихе 22 главы мы читаем: «До этого слова слушали его, а засим подняли крик, говоря: „Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить“». Как аминь, только наоборот. Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, мне кажется, толпа вела себя нерационально. Это не было логичной реакцией. Мне кажется, у Луки между строк мы можем увидеть, что жизнью Павла движет невидимая духовная сила. Почему нам важно это понимать? Потому что и сегодня духовная сила влияет на нашу жизнь. Ложные обвинения — не что-то новое. Павла арестовали из-за ложных обвинений. Духовные силы имеют влияние, и мы должны это осознавать и распознавать. Иногда мы сталкиваемся с нерациональными идеями и утверждениями, с необъяснимой ненавистью, и это духовные вещи. Сотник, спасший Павла из толпы, кажется вполне мудрым.
На следующий день он устраивает встречу с Синедрионом, иудейским органом управления в городе. Если это просто богословский спор, им нужно все обсудить, и конфликт будет исчерпан. Они придут к согласию. 23 глава, 10 стих. Но как раздор увеличивался, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, они, это Синедрион, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвезти в крепость. Вы знаете эту историю, но задумайтесь. Дважды за пару дней римский воин спасает Павла от ортодоксальных иудеев в Иерусалиме. В чем он виноват? Он рассказал им об Иисусе. Он путешествовал по Средиземноморью и имел огромный успех в благовестии. Проповедовал как иудеям, так и язычникам. Он вернулся в Иерусалим, чтобы утвердить свою репутацию и подтвердить любовь к своему иудейскому наследию, но его ложно обвиняют из-за зависти и ненависти к нему. Его хотели убить, но вмешались римляне. И вот он имеет возможность обратиться к Синедриону в Иерусалиме. Они его чуть не убили, воинам пришлось его спасать. В тот вечер у него не было свободы, чтобы пойти пообщаться с Петровым, Иаковым и другими братьями. Он в римской крепости. Разве для этого я шел в Иерусалим? Разве это было моей целью? Это несправедливо. Но смотрите, что происходит далее. В следующую ночь Господь явился ему и сказал: «Дерзай, Павел». Ему явился Господь. Это деяние. Иисус вознесся. Еще в первой главе. Насколько я знаю, в Иерусалиме Иисуса уже давно не было. Но в эту ночь он вернулся и явился Павлу. Я пастор Алан Джексон из Церкви Всемирный Евангелизм из Теннесси. Я хочу предложить вам изучение Библии так, как вы еще никогда этого не делали. Мы предлагаем вам прочесть всю Библию. Все мы сотни раз читали Бытие 1, но мало кто доходил до Бытие 15. Но в этот раз все будет иначе. Если бы я сейчас попросил вас найти историю о Ное или об Исаии, то у многих из вас возникли бы трудности. Но все не так сложно. С целым набором пунктов, которые хронологически расположились в вашем разуме, вы сможете понять историю Библии. Давайте отправимся в это путешествие вместе. Мы возьмем все книги Библии и превратим их в историю, которую вы знаете. Предлагаем вашему вниманию новое изучение Библии с пастором Алланом, интерактивная Библия, том 1. Программа на основании видеоматериалов, которая расширит ваше понимание всей Библии и ее посланий. Это уникальное иллюстрированное пособие, наш подарок вам за поддержку служения Аллана Джексона. Закажите первый том интерактивной Библии уже сегодня, воспользовавшись контактной информацией на экране. Спасибо вам за поддержку. Вместе мы приносим разницу. Мы видим огромную смелость. Не думаю, что это был страх. Из страха можно решиться на что-то очень смелое. Обычно, если человек решается сделать что-то смелое, в нем есть страх. Если нет, то он чего-то не понимает. Когда ты отчаялся, вот тогда ты теряешь смелость. Ты обескуражен и полон страха. Думаю, что Павел был обескуражен данной ситуацией. Он пришел в Иерусалим, чтобы показать «я с вами». Но вместо того, чтобы иметь общение со своими братьями, куда бы он ни шел, против него поднималась толпа. И вот он в римской крепости, и вдруг ему является сам Иисус. «Дерзай, Павел, как ты говорил обо мне в Иерусалиме, так будешь говорить и в Риме. Я же говорил вам, что мы отправимся в Рим. Будешь говорить обо мне в Риме». В Риме уже есть церковь.
уже есть верующие, они изучают Писание и молятся друг за друга, но ты нужен мне в Риме, Павел. Нам пора в путь. Хорошо, если Иисус явился мне и дал мне билет в Рим первым классом, почему бы не отправиться? Да, меня ждет хорошая еда, хот-доги, я буду лакомиться. И вот уже в следующем стихе сказано: «С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла». Что? Иисус, ты разве не мог с ними разобраться? Разобраться с этими безумцами, которые до сих пор живут в Ветхом Завете? Они заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Они заклялись не на полгода. Они собираются привести приговор в исполнение вскоре, со дня на день. Но как же так? Прошлой ночью мне явился Иисус, а утром они заклялись убить меня. Ужасно. Интересно, было ли это совпадением? Об этом услышал сын сестры Павла. Мы даже не знали, что у Павла была сестра, и вот сын сестры Павла услышал об их замысле и пришел, чтобы предупредить его. Это был тайный умысел, о нем не говорили на каждом углу, они не писали в Фейсбуке. Все срочно в пост, пока не убьем Павла. Они хранили это в тайне, но совершенно случайно об этом услышал племянник Павла. Он пошел к Павлу, а тот предупредил сотника. Сотник решил вывести Павла из города и приставил к нему контингент солдат. Ему пришлось вывести Павла из города, чтобы он был под защитой. Они пришли в Кесарию, портовый город. «Я еду в Рим». Все вырисовывается. И далее 24 глава, 24 стих. «Через несколько дней Феликс, придя с Друзилою, женою своей иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх. Теперь пойди, когда найду время, позову тебя». У Павла была возможность оправдать себя и сказать о том, что его ложно обвинили. Он мог сказать, что римские воины уже дважды его спасли, но послушайте, что он говорит. Он снова рассказывает об Иисусе. Лука ясно говорит, что он поведал им о своей вере в Иисуса Христа. «Я не этого ожидал». Феликс понимает, что с него уже довольно, и он отсылает Павла. Но он его уважает. При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Посему часто призывал его к себе и беседовал с ним. Два года спустя Феликс сменил Фест. Фест — это имя, а не фестиваль. Он правил в Кесарии, желая доставить удовольствие иудеям. Феликс оставил Павла в узах. Возможно, вы не обратили внимания, но как долго Павел оставался в тюрьме в Кесарии, а? Целых два года. В ночь перед переездом в Кесарию Павлу явился Иисус. Два года. Он похвалил его за его служение в Иерусалиме и сказал: «Ты нужен мне в Риме». Если мы не читали дальше, то могли бы предположить, что уже через неделю Павел был в Риме, не так ли? Павел тоже так думал. Но через два года Павел все еще в тюрьме в Кесарии. Прошло уже целых два года. Друзья, у Бога на все свое время. Много лет назад в моей жизни была очень тяжелая и затяжная ситуация. Я вообще не видел выхода. Помню один вечер, высадив людей из микроавтобуса и пытаясь припарковаться, я услышал голос: «Все закончится к твоему дню рождения». Я думал, кто-то решил подшутить надо мной. Я обернулся, но сзади никого не было. Люди, которых я высадил, удивлялись, кого я ищу глазами в пустой машине. Это было в мае, мой день рождения в июле. Я подумал, до июля я могу подождать. Но наступил мой день рождения, а ничего так и не изменилось. Обстоятельства были теми же. Я был в совершенном отчаянии. Много недель, вот я подумал. Наверное, это я себе надумал. Я чуть не потерял веру. Но на следующий мой день рождения Бог вмешался. Павел просидел в той крепости два года.
2 года. В город приехал в гости еще один царь. Он захотел услышать узника, который уже так долго сидит. О Павле слышали многие. Агриппа говорит Павлу в Деяниях: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павлу впору защищать себя. С его блестящим умом ему бы это удалось, и он бы выбрался из тюрьмы. Но вместо этого он говорит ему об Иисусе. «Ты что думаешь, что сможешь так быстро убедить меня стать христианином?» И смотрите, что отвечает Павел. «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих цепей». Павел уверен, что мог бы убедить Агриппу. Он неуклонно говорит об Иисусе. Если я спрошу у ваших знакомых, в чем неуклонны вы, что они ответят? Нет, я вас не обвиняю. Не хочу вызвать у вас чувство стыда или вины, но хочу, чтобы вы заглянули внутрь себя. Не обязательно быть проповедником полного времени, но все мы послы нашего царя, мы служим ему. Я не хочу поддерживать свою любимую спортивную команду с большим рвением и энтузиазмом, чем я поддерживаю Иисуса. При этом я не против спорта. Не хочу поддерживать любимого повара на своем любимом кулинарном канале больше, чем поддерживаю Иисуса. Наконец, круиз Павла забронирован, о, слава Богу! Это будет круиз по Средиземному морю. Класс! Мы плывем в Рим, может, даже остановимся на греческих островах. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августова полка именем Юлию. Павел советовал: «Мужи, я вижу, что плавание будет затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. Вам могло показаться, что сотник просто проявил упрямство, не желая слушать, что сказал Бог. Но я думаю, речь здесь идет не об этом. У Павла было слово мудрости, проявление Духа Святого. Когда они приготовились плыть, Павел получил откровение от Бога. Он увидел, к чему все приведет. Он предупредил, что будет вред не только для груза, но и для людей. Сотник должен также прислушаться к капитану и владельцу судна. Кого же ему послушать: капитана, владельца корабля или странного иудейского заключенного, которому якобы Бог открыл? Кому бы прислушались вы? Думаю, я не стал бы слушать чудаковатого иудея. Поэтому дело не в сотнике. Просто Бог сверхъестественно открыл Павлу, чему надлежало произойти, чтобы он был заранее в курсе. Большинство из нас знают, что было дальше. Мы только что читали об этом в ежедневном чтении. Они отплыли от порта и попали в страшный шторм. Дул ураганный ветер. Они никак не могли сопротивляться такому ветру, поэтому их просто бросало волнами от одной стороны в другую. Они начали выбрасывать весь провиант, утратили всякое понимание происходящего, выбросили за борт весь груз, тем самым потеряв весь доход от своего путешествия. Но при этом корабль все так же бросало бурей, и мы прочитаем 20 стих. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. Они утратили ее. Кто утратил надежду? Павел имел слово мудрости. Бог заранее, сверхъестественно, открыл ему, что это будет трудное путешествие, с вредом для поклажи, для груза и даже для людей. Бог предупредил его об этом заранее. Написано, мы утратили всякую надежду. Кто утратил надежду? Мы. Тогда я задам вам такой вопрос. Кто пришел сегодня в церковь в 10:30? Мы. Я имею в виду себя, и я имею в виду вас. А кто мы? Это все мы. Мы все пришли сегодня утром в церковь. Кто не входит в понятие «мы, пришедшие в церковь в это утро»? Мы все входим в это понятие, потому что мы здесь. Мы пришли, ведь это справедливо. Итак, он говорит, мы утратили всякую надежду. Кто же утратил надежду? Слово «наконец» имеет огромное значение. Все.
Это не случилось в один день. День за днем они сражались со штормом, и, наконец, исчезла всякая надежда. Мы тоже не теряем надежду сразу. Это происходит постепенно, словно кто-то высасывает ее из нас. Каждым отдельным сжиманием, через каждый отдельный удар, пока надежды совершенно не останется. Хочу здесь остановиться, потому что речь идет о Павле. Иисус явился ему, он получил слово мудрости. Дух Святой открыл ему это сверхъестественно. Он предупредил его незадолго до отплытия, но он тоже утратил надежду. Если в такой ситуации даже Павел потерял надежду, то и в нашей жизни у нас могут быть периоды, когда мы остаемся без надежды. И я не думаю, что Павел неудачник. Он на борту этого корабля не за какие-то свои безнравственные поступки. Он исполняет поручения, данные ему Иисусом. И вот он потерял надежду. Если сегодня ваша надежда слишком мала, знайте, Бог не отступил от вас. В вашем разуме идет борьба. Наверное, я сделал что-то не так. Не может быть, чтобы трудность длилась так долго. Я не планировал провести в тюрьме целых 2 года. Поверьте, Бог вас не оставил. Библия призывает нас не терять надежду. Если мы не потеряем ее, нас ждет награда. Делая добро, да не унываем. Если бы не было искушения опустить руки, не было бы и призыва не сдаваться и не терять надежду. Друзья, Бог вас не оставил, но я не знал, что будет так сложно. Я понимаю, не ожидал, что будет так трудно идти за Иисусом. О да! Предлагаем вашему вниманию новое изучение Библии с пастором Алланом. Интерактивная Библия, том 1. Программа на основании видеоматериалов, которая расширит ваше понимание всей Библии и ее послания. Это уникальное иллюстрированное пособие, наш подарок вам за поддержку служения Аллана Джексона. Закажите первый том интерактивной Библии уже сегодня, воспользовавшись контактной информацией на экране. Спасибо вам за поддержку. Вместе мы приносим радость. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алланом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алланом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алланом Джексоном.